жить ради благоволения Аллаха. Небеса, земля и все, что суще между ними, безупречная вселенная во всем великолепии и колоссальном совершенстве, знамения существования Всевышнего Творца видны повсюду, от микроскопических организмов до колоссальных галактик в космосе. Люди, осознавшие и увидевшие эту истину, не могут не уверовать в существование Создателя. Они с трепетом боятся гнева Всевышнего, и каждый шаг жизни строят согласно величайшей истине божественного знания всего, что совершают они. Аллах сообщает в одном из аятов Корана о цели сотворения людей на земле. «Я создал джиннов и людей только ради того, чтобы они поклонялись мне». Истинно верующие живут согласно повелению этого аята. Другие же люди, те, которые не испытывают боязни и трепета перед могуществом Господа и не веруют в Него, никогда не задумываются над тем, как они появились на свет, как родились, кто дал им жизнь и для чего. Они стараются в своем сознании построить себе модель жизни, в которой нет места упоминанию имени их Творца и благодарности Ему. Нет места вере и заповедям, ниспосланным им. В Коране ясно сообщается, что жизнь таких людей обречена на разрушение, ибо построена на пустом и прогнившем фундаменте. Аллах приводит нам такое мудрое сравнение. Тот ли лучше, кто основал свой дом на боязни Аллаха и Его благоволении, или тот, кто основал свою постройку на краю осыпающегося берега, и он сокрушился с ним в огонь ада? Поистине Аллах не дарует милости и наставления нечестивому народу. Для многих людей понятие веры означает лишь набор неких правил, которые нужно соблюдать, причем им подчас непонятно даже, для чего их надо соблюдать. Вера для таких людей не имеет никакого значения, тогда как истинно уверовавшие расценивают веру как путь к обретению милости и благоволения Господа и говорят о своей вере: «Истинно, моя молитва и мое поклонение, моя жизнь, моя смерть принадлежит Аллаху, Господу миров». Усердие на пути служения благоволению Аллаха. Единственная цель большей части людей на земле – обрести счастье и благополучие в этой жизни. Некоторые люди избирают себе жизненной целью желание стать богатыми и делают все возможное, чтобы добиться этой цели. Используют все свои физические и интеллектуальные силы только для обретения и накопления богатства. Некоторые из людей избирают себе целью обретения известности и уважения среди людей и делают все возможное для этого. Но все эти бессмысленные и пустые старания и желания исчезнут без следа вместе со смертью. Более того, многие из этих целей обесценятся и исчезнут еще при жизни. Тогда как верующие, стремящиеся обрести благоволение Аллаха и вечную обитель рая, прилагают для этого серьезнейшие усилия, преодолевая свое слабое естество и укрепляя дух. Он использует дарованное ему богатство и все свои силы для обретения благословения Всевышнего Господа. В Коране эта особенность верующих описывается так: «Воистину Аллах купил у верующих их души и их имущество в обмен на уготованный им рай». Это истинно обет Аллаха в Торе, Евангелии и Коране. Кто более верен своему обету, чем Аллах? Так радуйтесь же своему обету, который вы заключили с ним. Это и есть великое спасение и счастье.
Человек, пожертвовавший свое имущество и душу ради служения Аллаху, не остановится ни перед какой трудностью ради служения милости Господа, не свернет с истинного пути и не изменит его ни за какие блага. Ведь только Аллах – повелитель вашей жизни и всего, что есть у вас. И Он волен использовать все это так, как Он считает должным. Таким образом, критерием оценки глубины веры является искреннее стремление к обретению милости Господа и, если потребуется, самопожертвование. Любить ради Аллаха. Истинно Аллах радует праведных рабов Своих, которые уверовали и вершили благое. Скажи, Мухаммад, я не прошу у вас награды за это, только лишь любви к ближним. Кто совершит добро, тому мы увеличим его добро. Истинно Аллах прощающий и воздает благодарящим. Истинно верующий посвящает всю свою жизнь Аллаху. Он живет, работает и любит ради Аллаха. Мумин, стремящийся постичь величие Аллаха и видящий его великую милость к людям, понимает, что он живет на земле только лишь по соизволению и милости Господа, и что все, чему он радуется в жизни и чем наслаждается, дается ему Аллахом. Человек, который осознает это, достигнет в душе самой чистой любви и благодарности к Аллаху и достигнет той степени совершенства души, когда любовь к ближнему становится также проявлением любви к Аллаху. В Коране подчеркивается, сколь велика разница между любовью человека верующего и понятием любви, бытующим среди людей неверующих. Среди людей есть такие, которые других приравнивают к Аллаху и любят их так, как должно им любить только Аллаха. Но для уверовавших любовь к Аллаху сильнее. Как сообщается в аяте, среди людей есть и те, которые приравнивают других к Аллаху и в своем представлении наделяют этих людей или сущности чертами, которые якобы являются лишь собственными заслугами тех людей, тогда как они дарованы людям лишь его милостью, и любят этих людей так, как должно любить лишь Господа. Эта любовь неправедна и является величайшим грехом ширка, то есть предание Аллаху равных. Верующие, понимающие Бога как единого Создателя и первопричину всего сущего, расценивают понятие любви совершенно иначе, чем люди в обществе безверия. Те, кто предают Аллаху равных Ему, не веруют в то, что Аллах един. Когда ты упоминаешь в Коране только Господа своего единым Богом, они поворачиваются вспять, словно бегут с отвращения. Верующие знают одну очень важную истину мирской жизни. Ничто не обладает красотой, сотворенной своей собственной волей. Все, что суще, сотворено только лишь Аллахом, и все особенности каждого сотворенного также дарованы им. Сам человек не может создать или выбрать себе черты лица, следовательно, красота этого лица также является творением Всевышнего Создателя. Аллах сотворил человека из небытия и даровал ему во временное пользование эту земную красоту и тело. В иной вечной жизни Аллах дарует ему красоту заново и еще более совершенную, чем та, что была у него в мирской жизни. Помните, что истинным обладателем всех красот мира является лишь Он, Всевышний Творец. Аллах сотворил человеческую смерть и глобальную смерть всей Вселенной, то есть день конца света, дабы напомнить нам, что единственным Творцом и обладателем всего сущего является Он, Аллах, Господь всех миров. Поэтому верующий, видя перед собой красоту окружающей его жизни, знает, что вся эта красота принадлежит лишь только Создателю и дана нам для наслаждения и отрады в жизни. Ведь земная красота есть только подобие той истинной красоты, которая будет дарована нам в будущей истинной обители.
так что все его чувство благодарности и любви обращено прежде всего к Господу, тогда как люди неверующие понимают любовь иначе. Их любовь основана на неправедном чувстве, на обожествлении объекта своей любви и возведении его в равные единому Господу. В Коране неправедная любовь таких людей описывается словами пророка Ибрагима: «Вы оставили Аллаха и стали сотворять себе идолов из уз взаимной привязанности и любви, которую питаете друг к другу в этом мире. Но потом, в день воскресения, одни из вас станут отрекаться от других, а одни будут проклинать других, и обитель ваша — огонь, и нет у вас помощников». Один из величайших алимов ислама прошлого века, Бедиуз-Заман Саид Нурси, описывает тех, кто испытывает друг другу неправедную любовь, на таком примере. Один человек держал в руке зеркало, повернув его против солнца. Это зеркало получало от солнца толику света и сияния, состоящего из 7 цветов радуги. И так этот человек стал сопричастен свету солнца, беседуя с ним через зеркало. Но ведь если он направляет это зеркало, отражающее немного солнца, в темный угол своего дома или под крышу, то он может видеть не всю мощь сияния солнца, а лишь столько света, сколько может вместить зеркало. Тогда как другие отложат зеркало в сторону и выйдут напрямую к солнцу, увидят его силу света и восхитятся его мощью. Помните, что истинно уверовавшие обращают всю свою любовь только лишь ко Всевышнему Аллаху. Ведь любить Аллаха значит всем сердцем любить все сущее на земле, что даровано нам, что отражает в себе имена и свойства Аллаха, помня о том, что все в окружающей нас жизни принадлежит только лишь Ему.